первую очередь хочется тебя поздравить с победой. Спасибо. Мы очень рады за тебя. И можешь, пожалуйста, оценить свой прокат? Всем ли довольны? Нет, я многим недовольна. Так, прокат оценен на троечку, может. Ну, потому что я сейчас учу ребро на УЦЕ. И оно мне... Я вместо того, чтобы сделать тренировку, сделала двойной. Я этим недовольна. И одно вращение по третьему уровню получилось, а не по четвертому. Вот. Не совсем довольна, в общем, прокатом. Могу лучше. А как сегодня атмосфера? Ну, как-то, я не знаю, у меня была тренировка буквально за 45 минут до выхода на лед, до разминки. Я вообще все идеально сделала. Мне было вообще просто ноги, все шикарно в ногах, как у нас говорится, и все было очень удобно. Я, наверное, думаю, что перестраховалась перед Луцом, так как я раньше делала его немножко по-другому. Я раньше прыгала с двух ног, а теперь я прыгаю с одной ноги, чтобы ребро было правильное. Вот, наверное, перестраховалась больше, поэтому не получилось. Можешь сказать пару слов о своей произвольной? У тебя такая мощная тревожная музыка. Ну, мне в образ даже, наверное, не надо входить, потому что это, можно сказать, программа, ну, почти про меня, если можно так сказать. Я человек, который, ну, вот программу катаю, я человек, который находится на грани отчаяния, ему плохо, у него мигает все перед глазами, у него все мелькает, он не понимает, что происходит. И потом ему звонят его близкие люди, которые вытаскивают его из этого состояния, и все становится хорошо. Потому что реально рядом со мной есть люди, которые помогут мне выбраться из этого. Это самое главное. Да. Ну, и знаю, что тебя очень любят все твои фанаты. Все ребята тебя очень-очень хотят. Спасибо. Спасибо.